что все лучшие рок-песни рождаются осенью. И все лучшие рок-группы собираются тоже осенью. Я это прекрасно понимаю, потому что, когда возвращаешься из краев, где тепло, где яблоки, где красное вино льется рекой, где обнаженные женщины ходят под пляжем, и тут такой ненастье, снег, дождь, лед под ногами, слякоть, асфальт раскис, так что подметки растекаются по нему. Единственное, что можно сделать, может защитить себя от этого ненастья, как невзгод, когда кричишь: «Боже мой, за что же мне такое на испытание дается?» Единственное, что может защитить, это рок-музыка. Именно тогда пишутся песни, именно тогда собираются группы. Именно так 15 лет назад была создана группа «Черный обелиск». Я думаю, что вы помните, кто был в первом составе, это был Толик Крупнов. Группы Жени Чайко и Андрея Денискин, которые называли все «Батюшка» за длинный хайр, длиннее, чем у всех остальных. Федор Кафошкин, барабанщик, и гитаристы Майкл Светлов и Юрий Алексеев. Алексис, как его зовут. С тех пор прошло, к сожалению, много лет, но было счастливое время, когда мы все были вместе, только уже нет с нами. Звукачи и барабанщик делись куда-то в дороге в тени времени, мы пытались их искать, пытались звонить по старым телефонам, молчат старые телефоны. Единственная была надежда, не прочитав афишу о концерте, появится здесь сегодня, не знаю. Коля Гапушкин, может быть, ты здесь? Коля! Нет, Коля, наверное. Вот Женя Чайко, я знаю, что он работает на видеофильме звукооператора. Женя, ты может быть здесь? Женя! А дружок твой старый, Андрюха Денискин. Андрюха, могу ты появись на сцене на этой? Нет, Андрюха. Нет, Андрюха. Но наши гитаристы Юрий Алексеев и Майк Светлов, как и 15 лет назад, занимаются тем же самым делом. Они играют на гитарах в различных группах. Майкл, вы еще увидите. Юрий Алексеев работает в группе «Маврик». Они сейчас выйдут на сцену. И как всегда у группы «Маврик» на каждом новом альбоме новый вокалист. Я хочу вам такую радостную вещь рассказать. Только два гитариста в мире способны на такую шутку, чтобы на каждом новом альбоме был новый вокалист. Это Ричи Блэкмор и Сергей Маврик. Я хочу пригласить группу «Маврик» на сцену. «Маврик» играет сегодня для вас и для Толика. Спасибо. We'll be right back.
Владимир Марочкин. Владимир Марочкин, хранитель истории отечественного рок-н-ролла. Берегите его и слушайте.